Герои неба. Владимир Петляков. Авиаконструктор, создатель самого массового советского бомбардировщика П-2. С начала 20-х годов Петляков работал в конструкторском бюро Туполева. Руководил одним из отделов. Однако в октябре 1937 года Петлякова арестовали по ложному обвинению. Находясь в заключении, конструктор создал пикирующий бомбардировщик. После успешных испытаний самолет под обозначением П-2 запустили в серийное производство. После этого с Петлякова сняли все обвинения. Благодаря отличной аэродинамике П-2 стал одним из основных самолетов Великой Отечественной. 12 января 1942 года Петляков погиб в авиакатастрофе около Арзамаса. Причина – метеоусловия. По страшной иронии судьбы, он разбился на самолете собственной конструкции. В Нижегородской области на месте гибели авиаконструктора установлен памятный знак. Именем Петлякова названы улицы и площади в городах России и Украины. Мы помним наших героев. Российское военно-историческое общество.